На сходах и личных приемах граждан большинство вопросов касается развития инфраструктуры сел, особенно газификации и ремонта дорог. Если первая проблема требует больших финансовых вложений и долгосрочного развития, то решение второй не стоит откладывать в долгий ящик, считают власти Анапы. Чтобы сельские дороги не превратились в болото этой весной, сейчас идет отсыпка дорог щебнем. Вскоре, как только заработают асфальтовые заводы, начнется на курорте и ремонт асфальтового покрытия дорог. Главы сельских округов контролируют выполнение работ, чтобы они проводились в полном объеме и по установленному графику. В Приморском сельском округе работы уже заканчиваются. На Приморский сельский округ у нас было выделено 1100 кубов. На данный момент отсыпаются у нас улицы. Более 50 улиц уже отсыпано. Отсыпаем. Ну, у нас в Приморском округе 10 поселков. Отсыпаем вот Нижнюю Гастагайку, Пятихатки, Цибанабалку, Воскресенск. Ну, все понемножку. Вот видите, мы в основном отсыпаем такие объекты, где, например, не могут подъехать машины, не могут люди пройти. Отсыпаем те улицы, где не могут пройти скорая помощь, пожарные машины. На хуторе Красный Курган только центральная дорога с асфальтовым покрытием, а примыкающие – гравийные или щебеночные. Но жители и таким дорогам рады, лишь бы было чисто и сухо. Есть районы, где проселочные дороги в период дождей превращаются в непролазную грязь. И эту проблему надо решать путем обновления покрытия. Сейчас производится отсыпка щебнем подъездных путей к хуторским окраинам. Несколько машин разгрузили в центре. Здесь отсыпят подъездные пути к социальным объектам, остановке, магазинам и клубам. Все дороги Приморского сельского округа постепенно приведут в порядок. Хорошо, подъезд будет хороший к магазину. Машину не так убивать будем. Лучше будет. Раз начали уже, значит, сделают. Спасибо, кто там у нас командует этим парадом.